Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ, с вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Чтобы каждый из вас свято верил в свое отечество, знал историю, гордился подвигами наших дедов и понимал то настоящее, которым действительно можно и нужно гордиться. Первый слет юноармейцев Десногорска. Сводка криминальной обстановки. Баскетбольный турнир, посвященный Дню энергетика. Прошедшие снегопады и перепады температуры воздуха способствуют образованию сосулек и сходу снега с крыши зданий. Сотрудники МЧС напоминают о безопасности. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В администрации Смоленской области состоялась торжественная церемония вручения стипендий имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, учрежденных в целях материальной поддержки одаренной молодежи. Губернатор Алексей Островский поздравил с этой почетной наградой 30 талантливых студентов и школьников со всего региона, которые проявили особые способности в освоении учебной программы. Среди них и студентка третьего курса Десногорского энергетического колледжа Мария Дорогова. Третья школа Десногорска, где расположился штаб юнармии, принимала первый городской слет юных армейцев. Все подробности далее. Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны России и при поддержке президента. Об основной задаче юнармии министр обороны сказал так: чтобы каждый из вас свято верил в свое отечество, знал историю, гордился подвигами наших дедов и понимал то настоящее, которым действительно можно и нужно гордиться. В этот знаменательный день юнармейцы произнесли клятву, а все почетные гости их поздравили с тем, что теперь они полноправные члены этого движения. Это очень серьезные слова. И к ним нужно отнестись тоже с очень высокой ответственностью, потому что все эти слова, которые вы сегодня произнесли, они должны быть выполнены или выполняться вами в повседневной жизни, труде и работе. Вы сегодня в своей маленькой жизни впервые произнесли клятву любить Родину и научиться ее защищать. Мы первые, а первыми быть очень сложно. Дал слово, держи его. Удачи вам, ребята! Вступить в ряды юнармейцев может любой желающий в возрасте до 18 лет, а также юридические лица, общественные объединения, участвующие в деятельности движения. Гордость берет за таких ребят. Вот видно сразу, что настрой юноармейский у всех. Ребята, я вам желаю активного участия в этом движении, в этом интересном и важном и нужном движении. Добрый путь! Юнармейцы в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также смогут получить дополнительное образование. 130 миллионов получит Смоленская область в следующем году на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение утвердило правительство Российской Федерации. Субъекты получат 8,7 миллиардов рублей из федерального бюджета на приведение дорог регионального и местного значения в нормативное состояние. Как обеспечить безопасность смолян в период новогодних праздников, обсудили в Смоленске на семинар-совещании. Во всех торговых точках, где продают пиротехнику, у продавцов должно быть квалификационное удостоверение, а помещение оборудовано системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения. Пиротехнические изделия должны быть сертифицированы. На упаковке размещена инструкция по применению, срок годности, а также адреса и телефоны производителя или оптового продавца. В Рославле возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, который ранее уже привлекался за это к административной ответственности. Он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы дорожной полиции поймали его в 16-м микрорайоне города Рославль. Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. –
За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 114 сообщений о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 86 административных нарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 54. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. И еще 15 декабря в 13:27 на участке автодороги Десногорск-Кукуевка произошло дорожно-транспортное происшествие. 68-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с дороги и врезался в столб. Водитель с ушибом коленного сустава правой ноги был госпитализирован. А сейчас немного о спорте. В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» состоялся открытый турнир по баскетболу на призы Смоленской АЭС, посвященный Дню энергетика. Как он прошел и каковы итоги, расскажем в нашем сюжете. В соревнованиях приняли участие команды 4 атомных станций – Калининской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской. Спортсменов приветствовали руководители города и станции. Президент областной федерации баскетбола, судья международной категории Сергей Фомин, вручил директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому памятный подарок, символизирующий «На шаг впереди». Активным участникам, продвигающим баскетбольный проект в атомных городах, вручены именные значки Центра спортивной подготовки «Динамо Рос». Их первыми обладателями стали Павел Лубенский, Анатолий Терлецкий, Юрий Кузнецов и Вячеслав Седунков. Лучшие спортсмены и организаторы баскетбольных мероприятий награждены грамотами Главного управления Смоленской области по спорту. В преддверии Дня энергетика я, конечно же, хочу пожелать всем участникам команд из наших замечательных атомных городов непрекращающегося горения внутреннего реактора, обязательно достижения запланированных успехов, перевыполнения планов и безусловной победы. Бронзовым призером турнира стала команда Калининской АЭС. Серебро в упорной борьбе досталось команде Смоленской АЭС. Золото соревнований завоевала команда Ленинградской АЭС. Наши земляки были отмечены также и в номинациях. Даниил Томиловский – лучший нападающий, а Игорь Гладышев – самый полезный игрок. 21 декабря в 13:00 и 22 декабря в 14:00 в нашей городской детско-юношеской спортивной школе состоится новогодний праздник. Приглашаются все воспитанники учреждения. С 1 января 2017 года детей старше 7 лет можно перевозить на заднем сидении без кресла, но обязательно пристегнутыми. Если ребенок сидит на переднем сидении и ему меньше 12 лет, то наличие специального кресла необходимо. Также меняются нормы конструкции кресел в зависимости от роста и веса ребенка. Родителей, привыкших оставлять детей в автомобилях без присмотра, будут штрафовать. Сумма штрафа – 500 рублей. Если взрослый отлучается даже на несколько минут, детей до 7 лет он обязан взять с собой. И в завершении выпуска еще о безопасности. В связи с частыми перепадами температуры воздуха на крышах домов и других построек образуются сосульки и снежные валы. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, сотрудники МЧС напоминают десногорцам. Уважаемые жители Десногорска, будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы или сосульки. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен. В связи с этим помните, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши послужит для вас укрытием. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь.
все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.